Итак, всем привет! С вами Император Прайм, командир клана Рейнс. Сегодня у меня обзор не о танках, но что-то касается танков. Сейчас, в данный момент, вы наблюдаете, что у меня 3 игровых мышки. Недавно я делал обзор по стиль серии. Вот этой мышке. Да. Но поиграя на этой мышке, не знаю, в течение, короче, недели, скажем так, у меня реально просто начали болеть пальцы, потому что у меня хват как-то по-другому изменился абсолютно. То есть я к чему все веду, скажем так, на долгое время игры на этой мышке что-то просто неудобно, и все стало мне. Это в основном касается тех, у кого большая рука. И к чему я все веду? То есть, скажем так, я уже показывал, что кнопки, они в основном полукругом. Сделана она универсально для правшей и левшей. Вот единственный недостаток этой мыши, она очень отличная мышка, шикарная. Soft-touch покрытие, да, подсветка там, все дела, простая программа. Блазер шикарный, который очень, скажем так, реагирует четко, просто четко. Ножки такие, с таким покрытием, типа тефлоновых, короче. Ну, они не тефлоны, а здесь как бы мягкая резина какая-то, скользкая. И получается, у меня хват руки вот такой. То есть нету выемок под пальцы, о чем я говорил. Не можешь ты вот так держать ровно, короче, положить, и чтобы нажать, все равно приходится вот так вот делать. И со временем под таким углом у тебя просто устают пальцы, и вот. Единственное, что охренительное, в принципе, в этой мышке, в принципе, все, кроме вот этого. То есть долго играть не очень. Вот как колесо вообще шикарное, вот зумировать просто шик и блеск. Считаю в данный момент вот 3 мышки, которые реально для больших рук охренительные. Но вот это, скорее всего, отпадает, потому что нету выемки и не очень. Кого поменьше рука, может быть прикольно. Вот это у меня старая мышка. Все шикарное. Смотрите, то есть высокая, как раз рука ложится просто уже, смотрите. Нету никаких вот таких дебильных движений, просто вот под пальцы сделано, все шикарно. Положил, все, рука лежит как влитая, просто шикарно лежит, и не паришься. Не знаю, я лично, если покупал бы мышку, по сумме, в районе 1200 рублей, и которую я недавно приобрел, точнее не недавно, а наверное, час назад, вот эта мышь. Игровая мышь Blady A6. Видно, A6 модель. Новенькая. Вот коробочек тут, все дела. В общем, есть модель A7, все в курсе. Но сейчас, скажем так, расскажу одну фишку суперскую насчет A7 и A6. Взял A6 за одной простой причине. Нашел просто хорошее такое видео, чувачок выложил в интернете, что просто А7 модель, у нее нахрен порезанный лазер. Не очень это, скажем, приятно. Здесь оптическо-световой лазер, да, светодиодный. В чем прикол? То есть на белой бумаге не ездит. То есть у меня сразу мысль о том, что где-то будет на какой-то поверхности, хрень. Будет, может, где-то не работать или еще что-то. И в чем прикол? А7 стоит в районе 1600 рублей. Это 1200. То есть реально 400 рублей ты переплачиваешь. Я даже не знаю за что. За то, что просто А7 написано. Форма А7 и А6 в один одинаковая. Только здесь вот такая подсветка. Да, видите, ладошки там, человеческие. Фирменный значок А7, да, Blady. Blady, в общем, этих мышек. И в конечном результате я решил сэкономить деньги. И какого хрена вот эта шила, которая там, толкает с порезанным лазером. Ё-моё, бабло рубают по полной. А работают они одинаково. В общем,
Насчет мышки, которую я взял, да, А6. В руке, вот у меня большая рука, вы видите, полностью лежит рука, как и на этой модели. То есть очень четко. И здесь все. Здесь уже у меня начинает подниматься пальцы. То есть неудобно. Вот для больших рук вот эта мышь самое оно. И, конечно же, вот это. В данном моменте, если буду покупать, скорее всего, наверное, или вот эту, если когда-то кранты придут, вот эту или вот эту. Все, других больше вариантов не буду брать. Хотя это 4000 рублей. За какой хрен 4 косаря? Вот, 1600, отличный вариант. Поработал на ней. Здесь алюминиевые ножки. Вот. Ну, по коврику некоторые говорят с минусом, что по коврику там хреново ездит, царапает, типа алюминий, вот туда-сюда. Единственное, что я в ней не нашел недостаток в этой, да, А6, это то, что она реально тяжелая, да. Просто тяжелая. То есть я что сделал, в свою очередь, он лежит, отверточка. Я уже тут нахрен раскрутил. И в конечном результате в середине лежало вот такое грузило, вот. Оно почти там 20 грамм, 18 или 20, ну, в общем, короче, убить можно. Реально, мышка тяжелая, очень тяжело поднимать, и у тебя рука устоит. Нахрена это было делать, вообще не понял. Так вот, короче, в общем, там всего лишь на одном несчастном болтике держится, и все. Чтобы его вытащить, просто снимайте вот здесь ножички, иголочкой аккуратно, чтобы не поцарапать. Там просто двухсторонний скотч и все. И, естественно, здесь вот. Все. Это здесь нету, короче, болтиков. Так что вот здесь вот это снимаете, аккуратно раскручиваете. Вот так поднял ее. И в середине вот это грузило находится. Все, его вытаскивает. И мышка просто очешуеть какая. То есть удобная мышка даже для большой руки. То есть рука видно, что у меня очень огромная, не маленькая. И вот так что советую. Что тут по характеристикам, в принципе, одна миллисекунда время отклика, как у всех игровых нормальных мышек. Продвинутая четырехъядерная система настроек, то есть это программа, короче. Вот. Единственное, что есть 400 рублей, надо будет переплатить за... Ну, те, кто играет в контру, там рубится конкретно, там, или в такие шутеры, которые там стрелять надо, там просто дополнительные, скажем так, такие возможности, которые открывают, чтобы у разброса не было у оружия. Просто все снаряды просто четко ложатся в одну точку и все. Но это читерство, за это банят. Как бы мне вообще нахрен не надо, так как я в танках играю, все настройки на компьютере у меня есть, все настраивается. В общем, вот так вот. Что еще, в принципе, насчет этой мышки? Разрешение в ней 4000 DPI. В принципе, с головой я не пользуюсь 4000. У меня 1600, 2000 максимум. Короче, мне вот так с головой хватает. Скорость обработки 2,41 мегапиксель в секунду. То есть, в принципе, довольно ничего. Вот. И скорость отслеживания 60-160 дюймов в секунду. IPS. Ну, USB. Проводочек. Потому что я смотрю вообще на эту мышку А6, мало обзоров, скажем так. Вот такой провод, точнее вот выход USB. Провод, блин, нормальный, очень хорошая плетка, не скользит, не цепляется там ни за что. Ну, то есть, короче, такой, как то наушники есть, хорошие делают, которые тоже там не цепляются нигде. Вот, скажем, короче, к проводу нет претензий, покрытие soft touch на нем, то есть, даже если рука вспотела очень... Пофигу вообще, хорошо держится. В общем, в руке лежит она отлично. Для больших рук самое оно, даже можете брать и вообще не париться по этому поводу, потому что очень отличная мышка. Вот так вот. Подсветка все светится в ней. Сейчас я подключу, покажу вам подсветочку этой мышки. Так, иди сюда, дорогая, иди сюда. Вот, а все, что касается стиль-серии, то очень жестко парни, короче, загрузились насчет 4 косаря. Да, это очень жестко. Вот вам подсветка этой мышки. То есть, светится очень хорошо все. А еще, скажем так, насчет... скольжение, да, естественно, всех интересует, как оно скользит, там все дела. То есть, если брать эти три мышки, первое место
получает А6 однозначно. Эти алюминиевые ножки просто хрень такая прикольная, скажем так. То есть скользит она вообще даже без коврика отлично. Второе место вот этой мышки. Вот отдаем стиль серии. Третье место это на тефлоновых ножках. Вот они уже слегка мне там и постирались. Ну с ковриком вообще проблем не будет. То есть два варианта. Вот это для больших рук и для... И вот этот. Просто охренительно. Что я могу сказать? Удобный хват. Боковые кнопки, которые вы видите на ней, очень удобно нажимать, скажем так. Удобнее, чем, скажем так, вот на это. Они слишком высоко находятся, высоко и, ну, слегка неудобно. Единственное, в этой мышке большой, это минус, это колесо. То есть оно, как бы, блин, не очень, короче, хорошо прям так ходит. Не то, что оно просто маленькое и резиновое, и когда пальцы мокрые, начинает скользить, и просто так шлифуешь, как на BMW, там, M-серии на одном месте. В общем, не очень удобно. Вот, здесь колесо довольно, в общем, бесшумное, скажем так. Я бы вообще сказал, ни хрена его не слышно, этого колеса. То есть, очень хорошо. Видно, что светодиод стоит, вот, отсвечивает. Да, естественно, в этой такой нету, в этой, в принципе, тоже. Ну, здесь все за то, что World of Tanks, охренительная типа сборка. И лазер последнего там поколения, ТД и ТП, короче, вот так вот. Но, тем не менее, эта мышка очень удобна. Я вообще, короче, доволен как слон. Подсветка, видите, ну она настройки, не, можно ее выключить в настройках, естественно. Вот эти три кнопки, которые читерские, да, там можно выставлять эти коры в перестрелках. То есть, видно выемки под пальцы, в общем, охренительно сделано. В принципе, ничего так прям сверхъестественно не могу больше добавить. Могу только добавить то, что, короче, кнопки Omron прошли тест в 20 миллионов нажатий. То есть 20 миллионов нажатий, короче. И, естественно, прочные металлические ножки прошли тест на 300 километров без потери качества. Вы представляете, 300 км нахрен можно вот так вот, 300 километров просто, это жесть. Короче, ее, она, скорее всего, сгорит нахрен или вообще разлетится на части, чем ножки сотрутся. Что касается качества сборки, вообще четко, ничего не люфтит, абсолютно. Кнопки не такие уж и громкие, в общем, колесо вообще не слышно. Не знаю, пока в данный момент я бы дал бы этой мышке просто реально, блин, золото и все. Лично бы я, вот, да, по оценке, очень хорошая мышка. Вот, так что, я говорю, там мало обзора, я сам долго выбирал, мало обзоров было по этой мышке, там, по А7 есть, но, как бы, вот, все касалось, упиралось в то, лишь бы было удобно держать. Просто вот это одна такая, скажем так, проблема. Выбрать хорошую мышку. Вот, что еще, в общем, программа. Так, сейчас я программу тут запущу. Блади, так, открыть Блади. Вот, Блади, Шмади, вот здесь настраиваются кнопочки разные, то есть вот DPI можно настроить, максимально 4000, вот DPI, вот эти штучки передвигаешь, сохраняешь и все в ажуре. Здесь интенсивность подсветки, вот, вот здесь в основном беспроводные, чтобы Wi-Fi, потому что у соседа может быть Wi-Fi работать, короче. Ну, тем не менее, тут стоит защита, чтобы не сбивала вашу мышку, потому что вот такие, короче, тут приколы есть. Ну, сюда я не лезу, оно как бы нахрен не надо. Вот, естественно, подсветка, можно максимальную влупить, там, отключить ее вообще, скажем так. И вот, вот эти читерские, короче, штучки, которые... Вот, смотрите, у меня Core 1 и Core 2 разблокирован. Вот, а Core 3, Core 4. Ну, здесь есть бесплатный тест, так как я недавно купил. Вы можете протестировать 1000 выстрелов. То есть я могу, короче, 1000 выстрелов просто вот так пострелять нахрен. И все. Потестировать. Ну, тем не менее, пока я не парюсь вообще ни по какому поводу. То есть в данный момент покупкой я доволен. И все остальное. Так что, парни, если хотите, у кого большая рука, или даже не то, что там небольшая,
нормальная средняя рука. Мышка реально заслуживает того, чтобы на ней играть. Очень хорошая, софт-тач покрытие. Ну, в общем, уже толком нечего рассказывать о мышке. Пока плюсы, минусов, с минусов только грузило вот это дебильное, которое всунули вот сюда. И все. Еще там шло. Вот. Значок Блади. Две штучки. Вот, Блади. Так вот, нахрен они там не нужны, если честно. И еще шла, короче, хрень с сайтом, где можно скачать софт, типа. Ну да. Пофигу, короче. Софт у меня вот. Софтец. Так. Вот у меня есть. 3w.blady.com. Вот, короче, ихние мышки. Здесь вот есть эта поддержка. Написано скачать софт. Все, скачивайте софт. То есть нажимаете сюда. И вот, короче, так. Сейчас, секундочку. Ага, вот. Вот здесь вот. Вот, опа, нажали скачать. Все, у вас все настройки есть, все есть. Мышка работает отлично. Так что, парни, больше ничего добавить. Все, что было о мышке, инфа, рассказал. Пока советую. Вот. Или вот эту. Кому, конечно, нравится вот так вот, блин, для правшей, для левшей, это вот такое шило, то покупайте. Тратьте денежки. Хотя можно лучше две такие купить. Хватит на дохрена, я думаю. Ну, в общем, всем спасибо. С вами был Император Prime, командир клана Reigns. Будем нагибать в рандоме с новой мышкой. Всем пока.